раз, я тебе перезвоню. Так и меня пустите? Так а где лист? Можно мне попасть? Ну, прошу вас, запускаешь? Нет, конечно. Юрий Витальевич убежал. Да. Потому что меня не пустили. Я в паспорт. Ну, так вы уже спросите, я же гражданин. Паспорт у меня есть, удостоверение тоже. А меня пропустите? Не-не-не. А что? Не знаю. Ну там же собрание граждан. Так почему не пускать? Это же уголовное преступление.